Друзья, всем привет! На встрече Harley Davidson Road King 2013 года выпуска. V-образный двухцилиндровый 103 двигатель объемом 1690 кубических сантиметров. Шестиступенчатая коробка передач. Ременной привод. Два вместительных кофра. Защитные дуги сзади и спереди. Ветровое стекло и оригинальная люстра. Комфортный бесключевой доступ. Пробег 29 378 миль. Круиз-контроль. Harley Davidson Road King – это очень комфортный круизер в классическом исполнении. Он уже доступен к тест-драйву. Также напоминаю, что этот и остальные наши мотоциклы у нас можно пустить частями. Для этого пишите нам личные сообщения.